фестиваля кино, который рискует пережить сегодняшний день. Это первый фестиваль, который мы будем проводить без человека, благодаря которому все это случилось, благодаря которому мы сидим сегодня здесь. И от нас зависит, удержимся ли мы на этой планке, которую достигли сегодня. И если удержимся, то значит то, что сделал Иван для нас, для нашего фестиваля, это было не напрасно. Спасибо. Такая яркая, одухотворенная личность человека, режиссера, актера, основателя этого фестиваля, она обречена, чтобы, на мой взгляд, остаться символом этого фестиваля навсегда. Иван, придумав, осуществив этот фестиваль, еще вчера подарил нам завтра. Спасибо. В последнее время праздновали с Иваном Дыховичным день рождения в его присутствии. И сегодня решили не делать исключения, какие-то сентиментальные минуты. Я бы хотела сейчас спеть песню и посвятить ее Олечке Дыховичной. Девонька милая, девонька славная, девонька радость моя. Если ты знала, моя ненаглядная, грустно мне, как без тебя. Иван Дыховичный – это удивительный человек. Он умел очень красиво говорить, красиво выглядеть, вообще жил красиво и заставлял всех, кто с ним общается, жить красиво. Он учил людей украшать жизнь. И те, кто помог ему это сделать, те, кто украсил свою собственную жизнь.